Нарвским городским собранием было утверждено самофинансирование проекта реставрации и открытия для туристов бастиона Виктория. На данный момент еще нет решения о финансировании проекта и структуры фондов, а также у специалистов возникает сомнение по поводу качественной реставрации отдельного бастиона. Общая стоимость проекта составляет почти 59 миллионов крон, из которых 50 миллионов Нарва ходатайствует у фондов. Остальную сумму составит самофинансирование. Туда же входят уже произведенные расходы на проектирование, археологические исследования и экспертизу, сумма которых составила 806 тысяч крон. Проблема самофинансирования будет решена за счет кредита. На сегодняшний день кредитная нагрузка города Нарва составляет 32% от общего бюджета. Несмотря на это, в 2011 году Нарвская городская управа будет ходатайствовать о получении займа в размере 250 тысяч крон, в 2012 году 5 миллионов 800 тысяч крон и в 2013 году около 2 миллионов крон. Также в 2012 году планируется подать ходатайство о кредите на промежуточное финансирование в размере 18 миллионов крон и в 2013 году в размере 12 миллионов крон. В рамках данного проекта предусмотрено создание еще одного туристического продукта под названием «Казематы бастиона Виктория», в рамках которого по специальной программе будут подготовлены гиды, которые будут проводить экскурсии для туристов. В планах проекта создать экспозицию, которая будет размещаться в проходах бастиона Виктории. Благодаря экспозиции можно будет познакомиться с историей всех бастионов Нарвы. Основные этапы работы в рамках данного проекта – укрепление, реставрация и консервация бастиона Виктория, а также оборудование и строительство гостевого центра. Будут проведены маркетинговые мероприятия, а также будет осуществляться наблюдение за памятниками старины и строительный надзор за проводимыми работами. Начать проект планируется в 2011 году, а завершить в 2013. Проект реставрации открытия для туристов бастиона Виктория является приоритетным, и среди других проектов туристической направленности выходит на первый план, что, естественно, повышает его шансы на прохождение. Но конкуренция все же очень велика.